Примерно вот так вот я хотел и думал. Отсортировал, то есть по емкости их, по типу производителю. Варты. И больше всех хамелеонов. Ну и триа мигнончики. Вот. В основном используются в наголовных светильниках у меня. Ну и значит накрываем это все. И высыпаем россыпи еще всяких старых, ну, которые добивать. Ну а это неисправные, надеюсь их восстановить зарядкой с восстановлением и тренировкой. Тут еще мешок батарейками обычными, которые разбираются, значит, и из них можно делать дополнительные еще аккумуляторы. Вот цинк, как воздух цинк. Вот таким образом. Ну, программатор. А в эту коробочку я сейчас буду помещать все свои заряженные аккумуляторы, которые я вот такой вот зарядкой, которая более-менее определяет емкость и как бы неисправные аккумуляторы. Вот, и исправно их заряжает и поддерживает в случае перезаряда времени. Вот. А вот это вот все, что как бы насобирал я по пакетам своим аккумуляторы. Более-менее так рассортировал их. Вот сейчас надо сложить их в коробочку. Вот так.